Здравствуйте, в эфире «Собрание исполнений». С вами Сергей Ходнев и Илья Кухаренко. И тема нашей недели – знаменитые фортепианные концерты. Согласись, что когда произносишь это название, знаменитые фортепианные концерты, то в голове возникает, ну, такой совершенно определенный ряд произведений. Да, ну как-то, в общем, клавирные концерты Баха, при всем том, что они чудесные, и опыты Гайдена в этом жанре, в голову не приходит. Вот, ну, как-то само собой разумеется все-таки, что история этого жанра фактически началась с Моцарта. Но, понимаешь, при этом вроде бы и нельзя ругать более ранних домоцартовских композиторов за невнимание к этому инструменту, поскольку, ну, вообще говоря, внимать было еще нечем. Ну, почему? На самом деле фортепиано в той его модификации, которая нам кажется уже более-менее привычной, как раз и появилась в эпоху венских классиков. Причем в это время новый инструмент все еще вызывал массу споров, а старый, добрый и привычный клавесин совершенно не хотел сдавать свои позиции новому родственнику. При этом сам этот родственник поначалу был неказист, и на совершенствование его потребовалось еще какое-то время. Но вернемся к Моцарту. Собственно, его концерты неоднократно звучали в наших программах. И хотя на этой неделе мы будем слушать более поздние сочинения, все равно нужно сказать, что именно моцартовские концерты так сформировали этот жанр, что оставили свою печать, ну, вот буквально на всей его истории. И эта печать просматривается и в партитурах романтиков, и, в общем, у композиторов 20 века. Но получается, что в этом жанре изначально есть некоторая двойственность, потому что и для Моцарта, и для Бетховена, ну, не говоря уже о Шопене, Листе, ну, Рахманинове, да. Эти концерты были способом соединить свою карьеру пианистов-виртуозов и композиторов. То есть получается, что мы, одновременно слушая концерт, видим как бы некоторый отпечаток такой светской филармонической жизни разных эпох. А с другой стороны, это буквально-таки слепок с руки композитора, ну, потому что концерты писались, как краились хорошие перчатки. Они должны были плотно облегать кисть. Ну, были, конечно, исключения из этого правила. Например, можно вспомнить, ну, то, что сейчас кажется очень странным, случай первого концерта Петра Ильича Чайковского, которого в свое время очень сильно досталось от критики. И не только от критики. Конечно, ему очень досталось от своего буквально учителя Рубинштейна. Тот в ярости даже спародировал какое-то количество тактов, и так ему не понравилась эта музыка. Хотя дело было, наверное, все-таки не в партитуре, а в том, что сам Чайковский, видимо, не очень умело сыграл это произведение во время прослушивания. Ну, как бы то ни было, мы на этой неделе будем слушать те произведения, которые их авторы смогли бы исполнить с недосягаемым блеском. Итак, завтра, во вторник, мы покажем второй концерт Шопена «Фа минор». Его исполнит известный американский виртуоз китайского происхождения Ванг Ланг, а за дирижерским пультом симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев. В среду вы увидите фортепианный концерт Грига в исполнении норвежского пианиста Лейфа Ове Анснеса за пультом Российского национального оркестра Михаил Плетнев. В четверг вы увидите третий концерт Сергея Васильевича Рахманинова. Его исполнят Денис Мацуев и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Ну а сейчас третий фортепианный концерт Людвига ван Бетховена «До минор»
в исполнении Николая Луганского и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Третий концерт Бетховена – это, конечно, краеугольный камень не только в творчестве самого композитора, но и в таком общем движении музыки от классицизма к романтизму. Ну, достаточно вспомнить, что это первый концерт, который Бетховен написал в миноре. Ну и, собственно, первый, где он явно пожертвовал некоторой общей приятной светскому уху гладкостью письма в угоду каким-то бурным страстям, эмоциям. Ну и, безусловно, это приближает его к романтической традиции. Давай все-таки сейчас не будем поднимать вопрос о том, кто все-таки Бетховен, классик или романтик, да. Но тем более на материале третьего концерта. Так или иначе, этот концерт был написан в 800 году, а исполнен 3 годами позже. Бетховен посвятил его герцогу Людовику Фердинанду Прусскому, а в качестве темы избрал реминисценцию, такую очень явную реминисценцию, из моцартовского 24-го концерта, который, кстати, только в этом-то году и был опубликован. Ну, наверное, не надо уточнять, что за фортепиано на премьере сидел сам Бетховен, но любопытно, что играл он без нот, причем сама сольная партия в этом концерте, на самом деле, в это время еще даже не была записана. Бетховен ее записал только несколькими годами позже, когда третий концерт взялся исполнить один из его учеников. Знаешь, меня в программе того премьерного вечера поражает еще и тот факт, что кроме третьего фортепианного концерта в тот день исполнялась первая симфония, вторая симфония, а еще и оратория «Христос на Масличной горе». Как-то я себе не могу представить программу вот какого-то современного концерта, состоящую из вот этих произведений, да. Даже если там отрывки были исполнены. Нет, но все равно это технически, кажется, почти невозможно. Но если говорить о сегодняшних исполнителях, то их, наверное, особенно представлять не надо, поскольку и Николай Луганский, и Владимир Спиваков с его Национальным филармоническим оркестром России в наших передачах появлялись неоднократно, ну и, безусловно, являются лидерами отечественной филармонической сцены. Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки стоит добавить, что сегодня мы услышим такого, традиционного Бетховена в их исполнении, который все реже и реже встречается на Западе, потому что там все больше как-то стремятся приблизить звучание бетховенских партитур к началу 19 века, используют старинные инструменты, жильные струны, старинные модификации фортепиано. А мы, получается, услышим третий концерт Бетховена именно через призму традиций 20 века с ее большими оркестрами и царственными, сообразно своему названию, роялями. О следующих концертах нашего фортепианного цикла мы расскажем вам во вторник, среду и четверг. Смотрите собрание исполнений на телеканале «Россия Культура». С вами были Илья Кухаренко и Сергей Ходнев. А сейчас третий фортепианный концерт Бетховена солирует Николай Луганский, а за дирижерским пультом Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.
Thank you.